Вот у нас впереди Кемерово виднеется. Обалдеть, а снега сколько? Сейчас я вам покажу тут прикол, блин. Съезд на весовой контроль. Я не знаю, наверное, с этой стороны точно так же все будет. С той стороны я когда шел, это просто... Вроде и скорость небольшая, я и заезжал туда тихо, но там такие сталактиты, сталагниты. Это вот нарос, короче, какой-то на дороге ледяной, блин. Ее вправо, влево, меня там чуть не развернулся. Блин, пипец, на отбойнике можно намотаться. Здесь же нет, здесь отдельного съезда нету. Точно, здесь же все вместе проезжаем. Поэтому здесь нормально, блин. А вот с той стороны это просто пипец был. Что-то я подзабыл. Вон она получается. Офигеть. Сейчас вот заезд я вам подсниму. Я вообще офигел, блин. Ну неужели, ладно, у вас песка нету, но тут что-то насыпать, вон же что творится. Просто пипец. Ну, то есть на дорогу, ладно, там же кусочек небольшой, насыпать какой-нибудь фигни можно, соли той же. Но главное, тут же тепло было, блин. Это все могло бы растаять. Так, мы все едем до заправки. Вот, кстати, Shell 63,99. 63 рубчика, ёп. Сейчас у нас впереди будет Газпром. Посмотрим. Это просто, ну, понимаешь, к зиме там поднимается, но... Я не знаю. Здесь вот 52. 52,70 Газпром. Еще более-менее. То есть, если раньше было где-то 48, заправлялись, сейчас уже 52. Где-то даже вон подороже. Офигеть, живем в нефтяной стране. Заправился, как мне повезло-то. Бензовоз приехал. Дизель сливать. Там бензин уже приехал сливаться. Сливается. А это сейчас дизель будет. Короче, 53,50 стоимость. Давай, проходи. Проходь, проходь. Блин, нам тут надо будет выруливать, конечно. Блин, фиг я тут вырулил. С этими кучами. Красный пока. Спасибо, тут на легковым, конечно. Пропустили. Я тоже тут, короче, в очереди простоял. Так, нам же сейчас надо заворачивать, чтобы коллегу не зацепить. Там куча, тут вот стоят очередь. Ну, очередь на заправку прям как за горячими пирожками. Залился до полных баков, взял, короче, 800 литров. 800 литров кое-как с горочкой все вошло, блин. Все, и помчали дальше. Гори зеленым еще, зеленый будь, заклинаю, будь зеленый. Зеленый. Как-то непонятно, почему такая разница с Шеллом. И, кстати, тут дальше ехал, уже в городе, 52,70 был Газпром. Так, вон там впереди еще какая-то заправка, сейчас там посмотрим, почем дизель. Ну, за 50 рублей уже перевалило. 52-53 рубля. Это, конечно, офигеть. Это офигеть просто. Ценник конский. А тут... Вот... Ой, тут же, блин, тут трамвай ездит. Ой. А тут 59-70. Тоже заправка никому не известная, непонятная. Не брендированная ни какая-то. И такая стоимость дизеля.
будет где-нибудь тормознуть, чайка попить, что-нибудь перекусить. Сейчас, наверное, на выезде из Кемерово встанем. Потом доехать до Новосиба, долиться, чтобы до полных баков, чтобы до дома хватило. В принципе, меня отсюда бы хватило, но сказали, надо доехать, залиться и будем выполнять законные требования логиста. Посмотрите на эту погоду, вот так вот сюда смотришь. И что-то, какой-то абзац будет из Казахстана, надувает вон. А здесь все ясно. С этой стороны получается небо ясное, ветер сильный, и мне кажется, что-то будет. Это дорога Омск-Новосибирск, по левую сторону у нас получается Казахстан. Вот сейчас вид шикарный, да, обалдеть, прям солнце уже прячется за облака, ветрено, все это сейчас надует сюда. Все ясно, и там все ясно просто. Обалдеть, вот так вот едешь, смотришь. Ну не погода будет. По прогнозу погоды еще было, что будет снег с дождем, мокрый снег и минус один. Сейчас у нас, кстати, плюс два. Это уже у нас Омская область. Проскочили, можно сказать. Повезло. Ну, а потом в ТикТоке можно посмотреть, что тут творится будет. Вот он вид, какой открывается без деревьев. Офигеть. Кстати, здесь и сухо пошло. Так, у нас что там? Что-то вылезло. Впереди КамАЗ. И впереди горизонт ясный, чистый. Надо будет, а это не КамАЗ, это даже МАЗ едет. Идем мы в паре, кстати. Тагирыч сзади. Давайте работайте, работайте, потом я поработаю. Да я, наверное, успею, а ты нет, Тагир. Че ты? Я говорю, успею, а ты нет. Понял. Заходим. Эх, солнышко как светит. Ништяк, дорога сухая сейчас будет. Контент сам подъехал. Двоечник. Надо вот так вот берешь и хоп, и все, и поехали просто. Тагир, а ты видел у себя колесо? А что с ним? Оно крутится. Да, видел. Оно крутится. Тепло сегодня. Грязь размесили. Снова на горизонте очень красивый закат. Вот там вот все красным горит. Там вот красным горит. Сейчас, наверное, с поворота весь горизонт откроется. Будет красиво. Едем так потихоньку. Был дождь. Сейчас
сейчас дождя нету. И плюс 3, кстати. Плюс 3. Не очень такая прикольная погода. Непонятно, когда скочит, лучше бы уж устаканилось тут. Минус так минус, плюс так плюс уже. Лучше был бы минус. Минус 10 градусов. И осадков нет. И замечательно, блин, и дорога сухая. Сейчас получается у нас вот эта вот вся грязь летит, уже темнеет. Фары не светят, здесь все темно. Короче, все это надо будет останавливаться, мыть, подготавливать. Ведь впереди будет Урал. Урал будем проходить, наверное, в темное время суток. Так, что там у нас коллега, пойдет, не пойдет? Я не вижу, я тут еду, не вылазю. Вон. Ему как можно помогаю, то есть прижимаюсь ближе к обочине и еду, чтобы у него обзорность была. Тагирыч, в принципе, бы свистнул, что можно обгонять, он впереди едет. Но он команды никакой не дает. Значит, у нас там впереди встречка. Тепличный комплекс, как у нас освещает тут все. Прям как будто... какой-то новый источник света появился. Обалдеть, тоже прикалывают то, что построили в горах тепличный комплекс. Это вообще очень удивительно. Обалдеть, как он светится, блин, еще в такой получается какой яме, что ли, не яме. Все вон светло. Все освещает, все в желтом свете. Да, вид, конечно, космический. Вон на снегу все это видно, блин. Когда особенно с этой стороны сюда заезжаешь, то есть едешь в сторону Челябинска, вот отсюда с горки, вон открывается, прям светится. Но мы его сейчас проезжаем, и он у нас вот так вот был. Где-то там остается в стороне. Но свет все равно вон на небе есть. Сейчас такого света попадем мы в темноту кромешную. Да, у нас идет мокрый снег с дождем, за бортом 3 градуса, полет нормальный. Пока двигаемся как-то так. Сейчас доехать до Уфы, переспать, переночевать, вернее, ну, короче, поспать. И уже завтра будем дома. Если все будет хорошо, если погода будет летная. Какая кочка, какая яма. И вот все, у нас дальше пошла темнота, темень. Асфальт блестит, блин, был Урал почти что весь сухой. И тут вот на выходе такая, как обяка творится. И это все у нас продлится до самой республики, то есть машинка выехала. Наш коллега с нашего гаража выехал с дома. И говорит, такая погода вот с дома идет. Это круто. Перед Уфой какая у нас погодка. А Урал, говорят, стоит. Это мы удачно с Тагиром прошли. На люке даже снег. Сейчас поедем, сейчас помчимся. Кофейку попили. Ждем, пока автомобиль прогреется. И надо ехать до дому. Снега, конечно, пипец. Да что ты начинаешь тут? Не, он же приехал в этот, паркуется он. Отдыхать, наверное. Чай попить, покушать.
Пипец просто. Вот это кашка. Смотри справа, газелька у тебя идет, если что. Принял, если что. Уходим потихоньку. Да, пипец, просто абзац еще с погодой творится. Ты это прикинь, тут вечером морозить же начнет. Ну да, вечером хули еще. Да хуя времени. Да как, тут уже 10 часов, блин, еще чуть-чуть, там 4 часа, что ли, по местному времени уже минус один, еще 6 часов и все. Да-да, все, можно стоянку уже, блин, зайти. Тут так-то вон, смотри, на дороге-то накатано, нифига себе, да? Да-да. Ну, кустарика уже, говорит, нету нихуя, это вот здесь где-то получается. Вот, я думаю, проедем нормально. Вроде и машин-то нету нихуя здесь. Да, лишь бы сейчас не встать нигде. Не должно, не должны. Обалдеть. Вот так вот. Вот так вот. Ну какой сегодня день ты едешь? Третий же, да? Ну, с Томска я еду, или четвертый? Не-не, ты, получается, подожди, так. Раз, два, три. Да, четвертый. Понятно. Обалдеть, тут вообще вон что накатано. И просто интересно, один вопрос такой, а где дорожные службы? Ну, потому что вроде как бы плюс один. Здесь можно чуть-чуть тряхануть, посыпать, и это все растает. На накатано, блин, конечно, обалдеть. Смотрите, все белым-бело. И он валит, 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 вообще свет белого не видно. Надеюсь, сейчас на семерку выскочим и будет все ровненько. Это, конечно, абзац. Не знаю, не знаю. Но шлифует же он. Пропускаем. Бьем. Творится, ё-моё. А чё вот здесь вот-то никто не посыпал? Или в Башкирии песок кончился, походу? Выходной же, хули. А, точно, точно. Вот тебе и выходные, блин, пожалуйста. Сейчас у нас широкая пойдет. И широкая будет тоже, наверное, вся заснеженная.
снега вроде поменьше стало идти лететь. Летит все-таки на лобовое. Третьей полосы вообще нету. Ну, есть она под снегом. Но надо полагать, если на такой ничего не убрано, то здесь тем более. А вот и дорожники попались. Работают, чистят. Так, немножко залезем сюда. У нас будет сужение. Да, это все пораньше делалось, конечно. Ну тут вот снег прекратился, из-за этого, наверное, и выехали. Сужение баш, тормозим. Принято, да тут и камера вон стоит. А вон и камера стоит, а вон и камера. Привет, привет. Коллега. Так, ну вот мы и добрались до Челнов, и впереди у нас гараж. Кошмар, тут все таяло, походу дождь был, сейчас подморозило. Все прям во льду. Смотрим лево, смотрим право, смотрим. Никто не едет. Никого нету, все отдыхают. Ой-ой-ой-ой. Ох, тут кошмар какой-то творится, абзац. Блин, палка опущена. Палка опущена, нам нужен разгон. Давай поднимайся, палочка-выручалочка. О! Ой, скользко. Сейчас еще и не заеду с первого раза. Все, забрались, а тачку вышла. Так, куда? Наверное, вот сюда сразу и запаркуемся. О, кошмар, не рулится. Ого, тащит. Тут все во льду. Там просто место сухое. Блин, чуть-чуть перекрутил. Не едет. Вот так вот давай выровняемся. Потому что все во льду, лучше на сухое сейчас туда запятимся и чтобы выехать. Давай. Пипец. Как корова на льду. Подломаться. Еще надо было подломаться. Ладно, сейчас попробуем. Сможем мы отсюда потом тронуться, нет? Это вроде на завтра. Минус какой-то там передают аж. Аж очень большой. Колеса ровно. Куда поехал? Забор же там. А, ну все. Ну все, гуд.
Обойдем автомобиль. Блин, этот лед никак не слетает. Не лед, потому что снег мокрый был. Сейчас замерз. Можно было сюда назад. А ладно, я сейчас скачусь. Оп. Космос просто. Мусор.